Как дела, ребята? Все в порядке. Итак, я уже немного задумался над этим вопросом, и мне кажется, что кто-то распускает слухи и вызывает некоторые опасения. Так что я просто хочу ответить на этот вопрос. И еще вопрос в том, законно ли выплачивать взносы по программе, основанной на членстве. И это кажется таким глупым вопросом, потому что очень многие крупнейшие компании в индустрии сетевого маркетинга используют программы, основанные на членстве. Например, юридическая компания с предоплатой. Теперь они называются Legal Shield. Они существуют уже более 30 лет. У них более 3 миллионов членов, которым они платят за свое членство. Они предлагают юридические услуги в качестве своего продукта, но есть ли комиссия, если вы нанимаете одного из их адвокатов со скидкой, чтобы получить эти юридические услуги? Нет, они платят за членство в компании. Например, в туристических компаниях, если ты становишься членом клуба, то получаешь доступ к скидкам на поездки независимо от того, пользуешься ты ими или нет. Комиссионные выплачиваются за проезд. Несмотря ни на что, ребята, мы работаем в этой отрасли уже очень давно. Причина этого и причина, по которой у нас никогда не возникало никаких юридических проблем, заключается в том, что мы все делаем правильно. Мы не играем в игры. Мы даже не дотрагиваемся до серой линии. Мы все делаем очень чисто и безупречно. У нас работают лучшие адвокаты в отрасли. Мы не собираемся делать ничего плохого. Нам есть что терять. Но что еще более важно, мы верим, что то, что ты вкладываешь, окупается в десятикратном размере. И мы не хотим никому причинять боль. Это не то, ради чего мы занимаемся бизнесом. Именно поэтому мы создали компанию LiveGood, чтобы помочь людям экономить деньги на самых качественных пищевых добавках на планете и зарабатывать деньги в рамках нашего компенсационного плана. И если у тебя все еще есть какие-то сомнения, и ты считаешь, что это действительно проблема, то я предлагаю нанять адвоката по MLM-бизнесу. На самом деле, пройди через Legal Shield, подпишись на их программу за $18 в месяц. А затем ты сможешь получить доступ к их лучшим адвокатам примерно за $150 или $250. Через час. Найми одного из них на час, пусть он оценит всю нашу программу сверху донизу. Просто прочешите все и спросите их, видят ли они что-нибудь хотя бы отдаленно относящееся к тому, что мы делаем. Ребята, еще раз повторяю, мне не нравится защищать такие очевидные вещи, как это, но мы немного продвинулись в этом вопросе. И я просто хочу убедиться, что у вас, ребята, есть все необходимые инструменты, чтобы ответить на этот вопрос. Так что не стесняйся поделиться этим видео, если хочешь. Но опять же, пока ты не увидишь что-то от настоящего адвоката, утверждающего обратное, эти люди просто. Я не знаю, откуда они это берут. Но они просто ошибаются. Так что в любом случае, всем хорошего дня. Увидимся на вершине. Пока, ребята.